Смотрите в пятницу, 10 марта, 18:15 на телеканале «Самара ГИС» программу о животных «Хочу домой». Вы увидите видеовизитки. Волонтеры просят помощи и представляют своих спасенных мохнатых подопечных. Возьми собаку из приюта, и кошке тоже нужен дом. Счастливый финал поиска хозяина собаки породы борзой, которые после отказа бывшего владельца пророчили до конца дней жить в приюте. И гости в студии Максим Фадеев и Инна Тарасенко. Говорим о новом формате туристического похода с собаками из приюта и домашними питомцами. Обо всем этом смотрите в программе «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС» в пятницу, 10 марта, 18:15.